торги, подспешники. Я вас обманул. Мне дали 5-месячного младенца, назвали его моим именем. Fame is shutting down this complex to the attack. So with 15 seconds left, Fame dismantles the whole squad. Пожалуйста, академично, как на правилах не занимаемся. Вышли, прочекали, подпрыгнули, пропикали, отошли, кинули, пошли, побежали. Это разве не Hero? Absolutely massive for it to take down multiple players. Electronic confidence. Всем привет, это второй влог с eSport World Cup. В этом влоге уже начинаются официальные игры. Посмотрим, как парни к ним готовились, разбирали. Зайдем на веню, посмотрим на выходы команд, на игру, хайлайты. Все, как вы любите, тут будет побольше КСа, поэтому смотрите до конца, а мы поехали. Что вы скажете про комплекс? Неплохая команда, поедет и свои вещи, умеет играть, и хорошо их понимает. Я думаю, будет плотный матч. Соперник достойный. На Pro-лиге они очень хорошую форму тогда набрали, и я думаю, что сегодняшний матч, все зависит от тебя, насколько ты сильно будешь поддерживать команду, насколько ты включенно подойдешь. Я из чего какой включен? Короче, ты теперь, чтобы проводить турнир, да, ты должен подать заявку в Valve, чтобы получить типа аккредитацию на проведение турнира. Вот. И как я понял, типа, если у тебя этой темы нету, то ты можешь проводить только анаранкет турнир. Чтобы проводить турнир, за который команды получают тачки. Вальв рейтинг. Если у тебя анаранкет турнир, то ты можешь проводить турнир не более 100 тысяч долларов призовой. Там есть один шведский микс, который выиграл какой-то турнир, пока был плеером Break, и они залетели в топ-20 Вальв рейтинга. Вальв рейтинг смотрит на призовые больше, чем на... какой-то престижность, типа, да, на престижность турнира. Из-за этого они, короче, могут получить инвайт в закрытый на РМР. В прошлом году ты, по сути, ездил, посмотрите на него, ты ездил, по сути, контент-мейкером. Приехали поддержать пацанов, ну и параллельно буду чуть-чуть подснимать влоги. Вспомни свои ощущения и вспомни, насколько тебе больше нравится ездить контент-мейкером или игроком на турнир. Ну, не, игроком по-любому больше, но так чисто хоть пацанов тоже можно. У меня было побольше привилегий, чем у остальных, кто с нами ездил. У меня не было конкретных задач, типа как у тебя, там что-то отснять, какие-то еще видосы и так далее. Я просто, по сути, практики особо не снимал. То есть, по сути, только моменты, когда мы выезжали на веню, и там после матча вот какие-то приколы и так далее. Во-первых, тогда после травмы пришел, и мне хотелось тогда играть, а не держать камеру и снимать пацанов. Ну, уже 3 матча прошло, пока без апсетов. G2 выиграли монголов, FaZe выиграли FlyQuest, Мауза 2-1 выиграли Саша Тачан. Вот, сейчас там идут параллельные матчи тоже, там, Фурия Нави, М8 с Виталити, и потом уже придет наша очередь. Тема того, что комплекте, насколько я знаю, прилетели с Америки, есть некий такой джетлаг. Я думаю, в этом плане мы будем в небольшом преимуществе. Мы последний раз играли с ними на Pro-лиге в четвертьфинале, проиграли. Ну, тогда мы только собрались, это был первый турнир с Денисом. Сейчас у нас было больше времени вообще в целом подготовиться командно, не сколько к ним, сколько вообще наладить структуру свою с Дэном, с самой. Ну, плеер брейк закончился, мы не знаем, в какой они форме, они тоже не знают, в какой форме. Все, что было в наших силах, мы сделали, максимально подготовились, как могли. Будет интересный матч в 9 вечера. Тренировки остались такими же, как и были, поэтому, ну, я считаю, нормально, да, все четко было. Насчет сетки, я до вчерашнего дня не знал, что если проиграть игру, ты падаешь в сетку Last Chance, где у тебя Best of 1. Короче, там в Last Chance один слот. И Best of 1. Я когда это узнал, я вообще был в шоке. То есть, если, ну, в первом матче какая-нибудь Underdog команда выиграет там сильную команду, то это будет не прям приятно. Потому что играть Last Chance, Best of 1 за слот. Проще было сделать просто там две группы, там, и по 4 команды выходят из группы, чем вот этот вот добавлять стресс каким-то командам и так далее. Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами.
Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Мы приехали на Веню. Вот оно сзади нас. Петь, пару слов. Очень жарко. Но на самом деле не прям так жарко, как было днем. Начеркали карты. Анубис даст два, третью не знаю. Торгей, подспешники, я вас обманул. Тут настроимся, но играть, скорее всего, мы будем на арене. Извиняюсь перед вами, честно. Не хотел. Мы будем играть первый матч, так как это opening stage. Будем играть ее с места, где устанавливали сетап. Буквально представить собой LAN штуку без сцены только. Все остальное вроде бы как одно и то же. Что ты такой грустный? Тебе спинку поделать, да? Конечно, тебе всегда хочется. Here comes the deagle, another one for JT, and he was so close to three. Oh, that could have been absolutely magical. It's still possible. This is still doable with these deagles. Norbert just one bullet away from death. Grim gonna bide his time. Last time, tried to peek this angle, Jane was waiting with an AWP, but that's been passed over to Norbert. Smoke is going to be up. Holzer's going to create some space for himself. This 5-7 getting a dig. Two players low, but they missed the first player crossing over to jail. They just never saw it coming. So the first player inside the bomb site, Grim, just gets deleted for free. 30 seconds though for Complexity. That's starting to become a problem. Time is certainly limited. JT charge in. Oh, ineffective in taking Fame out of there, and that smoke keeps Holzer back. The split is ineffective. Fame is shutting down this Complexity attack, and with 15 seconds left, Fame dismantles the whole squad. And that was a better weapon for Floppy. Norbert tries to toss utility out. Will it delay them long enough? They swing into the open. Electronics ready. Floppy goes down, but the bomb plant is already massive. And they want a little bit more. JT on that deagle. JT with another. And this could be absolutely brilliant for JT. He's up against Fame, who's just back towards CT. And JT is just biding his time. Чуть не затронул. Я вижу, говорю, слева вам пикник. Ведь сначала справа был, стоит влево какой-то. Я у меня уже из-за того, что он флэм пробежал, я начал уже понял. На самом деле все могло быть еще чуть-чуть проще, если бы мы быстрее реагировали и выбивали бы мейн. То, что мы все разы туда пришли, там никого нет. У нас вся инфа собрана, мы все понимаем. Он без армора! Его взорвали, 80 хп у него было хаешкой нашей. В общем, брат, мне еще. Не, у меня 10 было. У меня 4 хп. У меня 10 было, пожалуйста, академично. Как на брагах не занимаемся. Вышли, прочекали, подпрыгнули, пропикали, отошли, кинули, пошли, побежали. Bomb site to retake. Complexity barely attempted to even retake this site, but they feel like they have to now. And they're going in with it, but a double from Flit as he switches back. He nearly gets all three. Flit, what? Okay, Elige. That was pretty easy. Did he think he was covered by the smoke? And imagine not. All right, well, Floppy's going to have to, now that mid's so exposed, he has to push it. Oh, no, the timing. They thought the main thrust would be through mid on the rotation, and they were dead wrong. Floppy is still so paranoid. He's still so focused on Flit. Now Electronic comes off short. It's perfectly worked for VP to secure an 8th round. It's all in on this 8th site. Plenty of players lying in wait for a Virtus Pro. If Lexi lose this pistol round, it is going to spell a disaster. At the start of the second half, they line up. Jane gets away with one. Complexity yet to put that bomb down. They're staying committed, trying to get the plant at a minimum to give themselves a solid purchase in the next. Electronic and Jane are on death's door, but they are still fragging out. Electronic, though, if he gets his gun out here, this could be absolutely massive for him to take down multiple players. Electronic confident to swing with the USP as well. And then he took a scout for it. Oh, get out, Grim. No way. Oh, God. Oh, what a sequence. Забираем 2-0 и спокойно отправляемся в плей-офф. Пока непонятно, с кем будем играть. Завтра day-off небольшой, потом уже поймем. Выиграли Complexity 2-0. Анубис... Анубис даст 2. Анубис чуть не пошел. Там, конечно, шоковый раунд мы один отдали, но выиграли. Проходим в плей-офф. Соответственно, увидимся дальше, ребята. Пишите, болейте. Дан, понял? Там Mind Games. Приятно перед Тэшкой стоять, когда они боком бегут.
Типа, да, Павел? Там пацаны спалились. Еще в Молик, а не в Тильте Фон. До этого не понял, так. Там Давид Молик, вот так. Давид, настроение. Хорошо, как будто нет. Хорошо, да. Из того, что но как будто бы на тоненького и пронесло, не, на первое особенно. На тоненького Анубис, короче, чуть начало шаткое было. Особенно тот раунд, где, где меня взорвали. Но в целом нормально, мы реабилитировались, мы проиграли два пистика, поэтому... Все победы нас отводят сразу на хиро-шот, как победители. Вот так это выглядит, если посмотрите. Но это разве не хиро? Это разве не хиро? I hope you can come to Shanghai to take part in the Shanghai Major. Good luck, good luck. Я сфоткался с мальчиком, и Давид спросил, тебе когда-нибудь приходил такой маленький человек? Я сказал ему, что в Казахстане мне дали там, не знаю, 5-месячного младенца, назвали его моим именем, и его дали подержать, с ним фотографироваться. Типа Джами или Джейм прям? Джами. Поэтому, ребят. Перерыв между матчами – идеальный тайминг для покушать. Удобнее всего заказать доставку в Яндекс.Еде. А при первом заказе от 1000 рублей по промокоду ИЦВП вас ждет скидка 350 рублей. О, моя приехала. Успей воспользоваться промокодом до 31 декабря 2024 года. Выезжаем на Веню. Будет открытие. Вот эти мужички будут выходить, как короли, на сцену. Спасибо большое организаторам. Это классное мероприятие. Очень редко бывает, но оно реально крутое. У каждой команды треугольники вот эти. На них ставят, когда играют. Кого ты выбиваешь, ты их забираешь себе. Последний доходит с ними и типа вставляет его. Победитель вставляет его в общую. Прикольно, ты видел кубок привезли? Да. Ну, это кубок откроет, это который по всем дисциплинам, да? Да. Самая, мне кажется, дурацкая система, это у нас. Плей-офф дабл бы сделали бы. Да. Просто интереснее было и интереснее было бы дабл. Больше матчей было, конечно. Да. С другой стороны, в КС дабл не делают плей-оффы. Самое, наверное, хорошее, это швейцарка, да. И потом плей-офф. Плей-офф дабл, да. 13.00, лицо выжигается инст. Мы ходить? В подтрибунке, не знаю, видно вам что-то или нет. Здесь проходит репетиция. Virtus Pro! Вот и все. Прошло открытие. Пацанов позвали, ну, каждую команду, которая участвует там в плей-офф, позвали. Они вышли на сцену, представились. Следом сразу начинается первый матч. Это там Фурия против FlyQuest. Нормальное открытие, прикольно. Напомнило мне, как я в 13 лет на чемпионат по футболу приехал на турнир. Там было 40 команд открытых. Что-то подобное. Мы тоже стояли на жаре, толпа людей. Ну и так не напряжно было, все по-быстрому прошло. Что сегодня по плану еще остается у нас? Еда. Праги. Еда. ДМ подготовку. Сон. Завтра у нас игра против британца. Да. Во сколько? 2:30. Это хорошо или плохо? Тайминг. Это не хорошо, не плохо. Хорошо, что не сегодня. Мы отправляемся за снеками пацанам, потому что снеки надо брать внизу в плеер-лаунже. Там колу, пепси, дайт, естественно. Там будем идти из практиса, чтобы напитки не вскипели, нам помогает наш верный друг Яндекс.Еда. На этом влог заканчивается. Пацаны отправляются тренироваться, как сказал Жека. Разбор, подготовка, ДМ, потом все по кругу. Следующая игра у нас против Виталичи днем, не как в прошлые разы в 9 вечера. Поэтому надо чуть подстроиться, там пораньше лечь спать. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Go, go, VP!